Все вы прекрасно знаете, что у нас сегодня происходит в стране. Я хочу поблагодарить вас всех, всех бельчан, за то доверие, которое вы мне оказали. Хочу поздравить вас с сегодняшним праздником, потому что во всех нормальных странах День независимости – это праздник, который вызывает улыбки на лицах людей. То, что сегодня я увидел с утра в Кишиневе, к сожалению, да, когда 50 зрителей, 100 человек, все молдавское политбюро правительства сидит в вип-ложе, и для них сделали парад и концерт. Парад украденного миллиарда называется. То есть там люди кричат и так далее. Там сегодня выступал Тимофтий, если вы не знаете, хочу вам это сказать. Ребят, они могут делать все, что угодно, но я знаю, что у нас в стране и у нас в Бельцах есть огромное количество патриотов, людей, которые любят нашу родину, людей, которые любят наш город. Любые блокады нас до Дня независимости, после, они закончатся однозначно провалом для всех этих умных товарищей. Мне важно, что мы в Бельцах делаем то, чему в Кишиневе Киртуака только учатся и будут учиться еще 10 лет. Потому что когда есть все вы, есть ваше доверие. Спасибо. Для меня это самое дорогое.